Всем привет, всем всего доброго. Добро пожаловать на канал Стас Кобальт. С вами Стас Кобальт. Хотел бы поговорить про патент, как обещал, свои какие-то выводы, там, размышления по поводу патента. Захожу на танки ОИ, бой обычный, как бы ничего такого здесь не будет в этом бою, но просто на примере этого боя показать, как работает патент, как работает ВБР, прям в игре, прям как бы в каждой игре, да, там, ну, много теорий я там посмотрел, много каких-то блогеров, видео по патенту, ну, и в игре я играл 4 года, поэтому могу делать какие-то свои выводы, свои доводы, соглашаться каждому, я никому ничего не навязываю, можете соглашаться, можете не соглашаться, вот, ну, я, в принципе, даже вывел какой-то алгоритм этого патента, это какая-то программа, которая внутри игры, да, поподробнее я по этой программе там буду, может быть, в следующем видео рассказывать, каких-то следующих видео. Сейчас хотел бы в общем рассказать, что там такое, что за патент, что за, с чем его как бы едят. Ну вот смотрите, ОИ, да, такой имбовый танк, осколочно-фугасные у него патроны. На примере этого, да, танка, дымага примерно проходит на нем от 100 до 300, до 400 даже иногда. Иногда просто забирает танк полностью, да, фуловый. Поэтому, если вы играете на какой-то определенной технике, то вы уже знаете, какая дымага, какое пробитие, какое ХП она забирает, сколько, ну, танк этот, какие характеристики, допустим, да, как он ездит, как, ну, уже знаете, как говорится, как облупленного. Поэтому хочу на этом примере показать по работе этого патента, по как он, ну, как он может следить или выявлять. Ну, ничего он не следит, не выявляет, это просто программа, как говорится, никакого там заговора против игроков, ничего нет. Опять же, хотел бы сказать, что никого в этом видео я ничего не призываю там удалять или что-то там, эту игру там. Игра хорошая, игра, это самое, разработчики тут ни при чем, эти ВГ, тут тоже я их ничего не оправдываю, ничего я их не, так говорится, не гноблю там. Просто какое-то свое личное мнение, личное, как бы, как игрока, это самое, вот, высказываю по поводу того, что этот патент есть, он, да, он есть, и 100% он есть. Вот на этом примере, да, как бы, на своем, вот сейчас, это конкретно этот бой, хотел бы показать. Играю без читов, без премов, без там всяких каких-то супер, каких-то нереальных накруток, ну, каких-то там дополнительных пайков, ну, сами знаете. Вот, допустим, вот этот танк, да, смотрите сейчас, какая будет ситуация конкретная, да, то есть, вот, допустим, смотрите, вот я сфуловил сейчас, вот как я убиваю сейчас этот танк, да, там фуловый, да, он был стюк, я его просто с одного выстрела сейчас забрал. Допустим, смотрите, играю я давно на этом танке, поэтому я его характеристики знаю, какая дымага проходит, какая альфа. Вот видите, сейчас бой уже по, ну, как бы сливается, да, потихоньку, да, сливается бой. Поэтому я даже там в записи как бы снял в уменьшенной как бы скорость поставил, чтобы все люди видели, все, ну, как бы все знали, что как. Вот вы видите, какая сейчас альфа по ВК прошла, почти 400 хп, причем в борт, там, в гусеницу, там неважно куда попадаешь, там осколочно-фугасный стоит снаряд, поэтому такая дымага проходит. И вот сейчас обратите внимание, какая дымага вплотную я подъехал. Так, ну, такой дымаги просто это нереально. Я говорю, 32 хп. Я ему прям в упор
зарядил этот фугас. Ну, это потому, что вот она идет, эта работа, идет работа этого патента. Я, опять же, говорю, не призываю никого какую-то строить там теорию заговора против этих игроков. Это вполне нормальный процесс игровой, опять же, никого не обвиняю. Опять же, эти ВГ, там, это вот, видите, сейчас двоих убил одним снарядом. Поэтому... это нормальный игровой процесс, это ничего тут, я не бомблю, ничего тут, не какой-то высказываюсь каким-то недовольным, видите, не ору, ничто, ничего, не это. Просто показываю видео, просто показываю как бы работу патента, чтобы никто не говорил, чтобы это видео как бы, вот ты говоришь там без подтверждений, без доказательств, вот сразу выкладываю свое видео, пожалуйста, вот, по урону, по этому... Сейчас бы хотел бы объяснить, почему так вот происходит, там, почему вот такие ситуации, они у каждого эти ситуации, вот сейчас в замедленном действии прям даже показываю, прям наводка была на танк, то есть не в землю снаряд попал, не в гусеницу, ну если бы даже в гусеницу попал, то 32 хп это вот нереально для, на шестом уровне. Для шестого уровня это очень слабая, как бы, хп, очень слабая дамага. То есть, это дамага, он вообще ни о чем, как говорится, 32 хп. Тут, видите, 323 хп. Вот следующее видео сразу. Опять же, говорю, я в следующий бой, для примера, для чего следующие бои показываю. Просто показать, какая хп на этом танке проходит. Там, в гусеницу, в башню, там, как я, допустим, следующий бой, там будет Тони, я разбираю. Просто один буду разбирать Они, да, седьмого уровня. Какая там по нему будет ХП проходить, он супер бронированный, да. Тут ВК, казалось бы, шестого уровня, он 32 ХП забирает. Ну, это вот идет работа такого вот патента, да, как вот он работает, да. То есть, как бы, я никого не обвиняю, опять же, повторяю, никого не это. Играю без щитов, без премов, там, без всяких этих. Просто это нормальная работа, как бы, нормальная работа игры самой. Это все в рамках этой игры, все в рамках правил. То есть здесь я никому ничего не предъявляю, никаких этих, опять же говорю. Это, ребята, это вот просто такая вот работа, что вы каждый замечали, что вот в конце катки, в конце этого... просто вас как бы тянет то, что не пробитие, тянет, ну, как бы сама игра, она как бы внутри игры вам говорит, что вот вы должны все равно слиться. Что бы вы ни делали, как бы вы ни крутились, что бы вы ни предпринимали, но в основном и как бы эта вот программа, она не на вашей стороне, она играет против вас, то есть... Да, подыгрывая чуть-чуть команде. Она может перейти в вашу, то есть она может, балансировщик может сыграть и в вашу пользу. То есть, смотря от ваших действий, от ваших, как вы будете там себя вести. Может быть, вы троих убьете, там двое останутся. Тогда она перевернет игру, и тогда у них пойдут непробития. Так что тут это нормальный, в принципе, игровой процесс. И каждый, я уверен, что каждый, кто играет там долго, это замечал в игре. То есть в конце катки особенно это наблюдается, когда вот вы двое против пятерых или чаще всего там, да, один против троих. Вот, то есть тут уже как бы начинается такая игра, что да, появляются там непробития, часто появляются. Видите, какая ХП зашла сейчас на почти на 500, как этот тигр я премиумный разобрал. Просто какое там ХП по нему проходило. Вот, поэтому я говорю, те же самые снаряды, да, не голдовые, ничего, не на читов, без читов, я без всяких модов, без всяких этих играю, без всяких там накруток, без всяких, вот опять же говорю, ну, вот видите, как вот получается, одни бои такие, одни бои, сейчас я вот докачал его до конца, этот бой, да. Ну, да, этот танк я его прокачал, сейчас у меня там экипаж выкачанный, поэтому там нереальные какие-то бои, вот сейчас показываю. Просто в этот же день я играл, в этот же, по времени, вечером, да, то есть там чуть-чуть раньше был бой, здесь чуть-чуть позже, вот, в один и тот же день, вот, то есть... То есть, как бы, ничего тут вот не придумывал, ничего я тут не это самое, это вот все мои видео с моим никнеймом,
Вот, ни от кого я ничего там не скрываю. Ну, как бы это есть в игре, понимаете, я это говорю. Если бы этого не было, и это под каким-то там грифом секретности, что нельзя про это говорить. Ну, если это есть, я говорю. Опять же, я не бомблю ничего там, не... Мне это... Я как бы уже понял эту всю механику, весь принцип, все это... И я не это самое, не парюсь сейчас ничем. Мне главное что? Мне главное какие-то бои показать. Вот я их показываю, поэтому тоже людей как бы призываю. Вот сейчас Sony буду разбирать. Сильно не бомбить, сильно не это. Если разработчики, они своих там будут что-то там делать приятное, я буду только рад, об этом буду сразу говорить. Ну, пока вот так, вот такая вот у нас ситуация. Это не проблема, это ничего, и опять же, разработчики тут ни в чем не виноваты. Это вот называется, что, знаете, такую фразу, есть бизнес и ничего личного. Поэтому это бизнес, поэтому... Это все нормально, это надо воспринимать как в игре, как должное. Поэтому видите, какая сейчас ХБ по Они проходит. Вот. То есть, а он супер бронированный, там и в башню я его, там и в этом. А он меня с одного выстрела сейчас просто мне всю ХП заберет. А, кстати, пушка одинаковая у нас, что у меня, что у него. У него пушка одинаковая. Тоже он фугаской меня, не знаю, голдовый. По-моему, он обычный меня сейчас пульнет. Даже не голдовый. И заберет мне у меня полностью всю ХП, кроме там чуть-чуть останется. Вот, поэтому... Я говорю, просто не обращаю внимания на все это, и вам тоже не советую это бомбить, это все это, как бы, свои нервы беречь. На это и рассчитана игра, как бы, чтобы вы это самое, вы переживали, вас это, ну, как бы, вам не очень было это приятно, и вы там начинали донатить, начинали это... Поэтому я уже через это как бы уже перешагнул, через это прошел. Поэтому я говорю, что для меня главное сейчас показать какие-то бои, какие-то результаты на каких-то своих там любимых танках там. И на своих каких-то имбовых там танках. Там неважно, 6-го, там он 10-го уровня. Там для меня это вообще не, ну, как бы не вопрос, что. Главное, что танк, если он приятный, значит, я буду показывать, выкладывать. Вот. Знаю, что он хорошо, как бы, играет на этом танке. Играть приятно на этом танке. Вот поэтому буду выкладывать там какие-то видео. Опять же, по этому патенту, да, вернусь к этой теме. Вы не переживайте, как бы, все по... Там программа, так что она есть в игре. И вот по этому видео. Сейчас я в конце, вы увидите там видео, да, вот сейчас Sony разбираю. Как бы, вы не нервничайте, не переживайте. Если вам не сказали эти разработчики, там не написано ни в этом, то это не значит, что его нет, этого патента. Вот, он есть, и эта программа, опять я там буду поподробнее там рассказывать, как работает этот патент, что ему вообще надо. Ну, это в следующих видео, скорее всего. Так что заходите на канал, не бомбите там это самое, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем всего доброго. С вами был Кобальт, надеюсь, хоть что-то прояснил. Вот, ни на кого не жалуюсь. ВГ, всем респект, всем всего доброго, всем пока. С вами был Кобальт.